you uh -huh. Здравствуйте, уважаемые коллеги! И сегодня с вами в диалоге Бронис Айсмантас. Да, добрый день. Добрый день. Светлана Александрова, методист Института содержания методов и технологий образования. Добрый день, коллеги. Инна Пискарева, учитель и администратор электронного журнала Московской электронной школы, образовательная организация города Москвы. Коллеги, доброго дня. И я, Елена, и я, Елена Кононова. Приветствуем вас, коллеги, на дополнительной профессиональной программе Организация образовательного процесса в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования третьего поколения. Как мы будем этот час работать вместе? Коллеги, мы обсудим ключевые моменты проектирования рабочей программы. Рассмотрим основные подходы к разработке рабочей программы по учебному предмету. И я напомню вам о вашей предстоящей самостоятельной практической работе. Если у вас будут вопросы, вы сможете их задавать в чате. Итак, к проектированию. Вы знаете, что в мае 2021 года был принят федеральный образовательный стандарт начального общего образования. И с 1 сентября 2022 года по нему начнут работать учителя первых классов. Это мы с вами, коллеги. Есть время для того, чтобы подумать, является ли рабочая программа рабочим инструментом? И сразу мысли, зачем мне рабочая программа, а может ли, ли она быть рабочим инструментом? Кто будет разрабатывать эту рабочую программу? Один учитель. Или мы будем обсуждать и разрабатывать или ее коллегиально, все вместе, на предметном кафедре, на методическом объединении. Уважаемые коллеги, все эти вопросы, все эти смыслы и задачи, конечно же, касаются организации образовательной программы. Нам важно помнить, что рабочая программа разрабатывается на уровень образования для первого, второго, третьего и четвертого класса. Конечно, нас тревожат вопросы на тему, а сколько часов на изучение темы, а хватит ли, ли мне часов на изучение данной темы, каким способом я буду разрабатывать рабочую программу с учетом авторского УМК. Буду ли я прибегать к примерным рабочим программам? Смыслов много, задачи придется решать. И здесь я вас приглашаю принять участие в вопросе, в вопросе и ответить на вопрос: является ли рабочая программа рабочим инструментом. Для этого попрошу вас а, считать QR-код. Ссылка на опрос направлена вам в чат. Напомню, что этот опрос является анонимным. Нам очень важно ваше искреннее, честное мнение. Сейчас мы будем выводить результаты голосования опроса на экран. И я попрошу подключиться к диалогу эксперта, методиста и учителя. Итак, уважаемые коллеги, первый вопрос. Ага, обновляется, диаграммки обновляются, да. Какого подхода придерживаетесь вы при разработке рабочей программы? Итак, рабочая программа разрабатывается совместно с учителями в обсуждении. И здесь идет... Выборка первого ответа. Стараюсь. Угу. Так. Уважаемые коллеги, давайте отнесемся к первому вопросу и к выбору ответов наших коллег, учителей. А я сейчас еще раз напомню вопрос для голосования. Какого подхода вы придерживаетесь при разработке рабочей программы? Коллеги. Ну, мне кажется, мы получили аналогичные результаты, как и час тому назад, когда работали с первой группой, да, что большинство это это касается совместной разработки, да, используют совместную разработку и опираются да, на основе примерной программы. Это очень хорошо, я только могу как вузовский преподаватель позавидовать, мы разрабатываем индивидуально, каждый вынужден свою программу разрабатывать и помощников нет, а вот здесь э, есть возможность вместе разрабатывать и это отражается в результатах. Вот. Да, смотрите, Бронис, у нас есть еще выборка, которая тоже имеет свое преимущество. Это как раз опираясь на примерную основную образовательную программу. То есть учителя предполагают, что разработка рабочей программы должна быть с учетом примерных рабочих программ, да, вот, которые реализует государственная федеральная политика. Нет, это ну, хороший это, показатель. Что это в основе лежит примерная программа, правильно? Где отражены основные требования, она идет, адаптируется и так далее. Но коллективная разработка видео. Да, совершенно верно. В, в основе разработки безусловно, лежат требования прежде всего федерального государственного образовательного стандарта обновленного. И с учетом примерной основной образовательной программы. Второй вопрос. Является ли ваша рабочая программа рабочим инструментом, к которому вы относитесь, обращаетесь систематически? Давайте здесь проследим динамику. Она очень интересна и меняется. Посмотрите на результаты. Да, является, это как раз в диаграмме, синяя область залита цветом, да, и у нас еще есть зеленый цвет, который говорит нам о том, что скорее да, чем нет. Рабочая программа является рабочим инструментом, к которому они обращаются систематически. Вот такой результат опроса, и он говорит о том, что действительно рабочую программу учителя воспринимают и понимают как рабочий инструмент. Кстати, несмотря на то, что нередко уже предлагается разработанная программа, только она адаптируется и так далее, но большинство педагогов используют ее и опираются, это очень хорошо. Что не забывает, что есть такая программа, да, и она становится инструментом для работы. И, кстати, аналогичные результаты часто назад мы получили тоже и такие были. Да, вы и... абсолютно правы, Бронис. В вопросе и на курсах принимают участие слушатели учителя начальной школы города Москвы, что и подтверждает ну, да. результативность. Да, и вот это вот, скажем так, динамика в, в мнениях. Ну, Хорошо. Мы все вернемся. Угу. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги, за участие в вопросе. И мы продолжаем. Конечно, важно понимать, изменились ли требования к структуре рабочей программы в новом федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. Светлана, этот вопрос действительно волнует учителей. Он значим, потому что они будут разрабатывать, проектировать рабочую программу по учебному предмету. Да, обращаю внимание, что структура рабочих программ не изменилась. Так же, как и до этого, представлены содержание, планируемые результаты, тематическое планирование с возможностью использования по этой теме электронных цифровых образовательных ресурсов, которые являются учебно-методическими материалами различные мультимедийные программы, электронные учебники, задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории. Ну а также, коллеги, цифровые образовательные ресурсы МЭШ, не забываем, их тоже нужно учитывать в своей работе, при планировании, при создании рабочей программы. Бронюс, прокомментируйте, пожалуйста, как вот вы видите, изменились ли результаты обучения? Пронес. вы нас слышите? Ой, извините, был я отключён. Да, вопрос был вам, да, как эксперту, да, я а, Фон, прокомментировать а, планируемые результаты, которые вот сейчас представлены в примерных рабочих программах. Да, предметные, они известны нашим педагогам лучше всего, да. Вот, я хотел бы обратить внимание на личностные метапредметные, которые иногда являются загадкой для учителей и так далее, потому что их включили психологи, Осмов Александр Григорьевич, это кафедра возрастной психологии, психологии личности МГУ и так далее, и не всегда педагоги понимают, вот, что имеется в виду, и потому что они написаны психологические терминологии и не всегда адаптированы к педагогическим Педагогической среде. Я подскажу тот вариант, который мне помогает лучше понять, когда обсуждаем именно эти компоненты результатов. Они тоже очень важны и очень хорошо, что они тоже включаются, но они в недостаточной степени, может быть, еще понимаются педагогами, обращаются внимание. Всегда мы больше склонны на предметные, по ним и проводится диагностика, мониторинги, ЕГЭ там, в старших классах, да, а личность это предметно не является предметом оценки и тому подобное. Несмотря на это, это очень важный компонент. Я всегда рассматриваю три сферы, и полезно, как мне кажется, на это, это иметь в виду. Это три сферы «я-я», «я-другие», я, «я-деятельность», в данном случае «я-учебная деятельность», да знаете, мы готовим человека жить в гармонии с этими тремя средами. Жить в гармонии с собой, жить в гармонии с другими людьми, жить в гармонии в профессиональной деятельности, в данном случае в учебной деятельности. Что для этого необходимо? Если берем личностную сферу, да, то здесь прежде всего очень важно иметь в виду отношения и готовность отношение к своему здоровью, отношение к другим людям, отношение к своей стране, к родине и так далее, отношение к учебной деятельности, готовность учиться и так далее. Вот как бы если вот так рассматривать, скорее легче это иметь в виду, да, именно положительное отношение и готовность, это мотивационные аспекты. Что касается метапредметно, то здесь тоже, вот смотрите, я, я, скорее всего, здесь, наверное, можно смотреть познавательные учебные действия. Это когнитивное, имеется в виду способности запоминания, мыслительный вид, анализ, синтез, сравнения классификация, это и формы суждения, заключения и тому подобное я и другие это коммуникативное вот и а, здесь скорее три группы таких коммуникативных умений надо развивать у учащихся и вне зависимости какой предмет не только русский язык но и математика великолепный предмет для этого и так далее это Учащийся, 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 педагог, учащийся, родители, три группы умения. Сегодня одни из базовых способностей, которые необходимы, это коммуникативные способности. Сегодня мы очень много говорим о 4К, сегодня мы очень много говорим о мягких навыках и тому подобное. И, и это нужно формировать в учебном процессе, не только во время тренинга, психологических каких-то бесед, работы психолога. Нет, это математика великолепная предмет, как я говорил. И регулятивная группа, это связано с планированием, организацией деятельности. Да? Это целеполагание, это определение этапов, ресурсов, это рефлексия, контроль и так далее. Вот я говорю по-крупному, по да, вот естественно, имею в виду всю эту совокупность, каждый педагог должен, ну, как мне кажется, должен думать, как его предмет помогает развитию этой способности По большому счету, это две группы направлены на обучение учащего учиться, не случайно мы сегодня говорим об обучении через, через всю основную оставшуюся жизнь. Я закончил университет в советское время, в 1984 году. Я думал, что я получаю образование на всю оставшуюся жизнь в 90-х годах я понял, что это неправильно. Мы учим учиться, должны учить учиться, потому что образование идет через всю оставшуюся жизнь. И наряду с предметными навыками, которые мы ориентированы, очень важно формировать личностную готовность к саморазвитию, к самоизменению, к самообразованию. И это основа современного человека. И давать ему соответствующие способности, коммуникации, мыслительной Деятельности, здесь нужны соответствующие технологии обучения, они скорее проблемно по языковому характеру, потому что репродуктивные это традиционные технологии. Они только развивают больше мнемические способности запомнить информацию, потом ее воспроизвести. Вот, а проблемно-поисковые методы направлены на развитие мыслительных способностей, творческих способностей. Я думаю, что очень важно все это иметь в виду, потому что кроме предметных, ну, без этих навыков человеку современному будет жить очень тяжело. Ну, я... Так, а более конкретные расшифровки, что имеется в виду с формулировками, вы найдете и в госах, и в примерных программах и так далее. Мне хочется обратить внимание по крупному счету, по большому счету. Все-таки это очень важно, обращать внимание на эти предполагаемые результаты. Спасибо, Бронюс, за ваше экспертное мнение. Мне лишь остается сейчас подкрепить ваш комментарий тем, что в обновленном стандарте, кстати, говорится, что планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования должны прежде всего обеспечивать связь между требованиями федерального государственного образовательного стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования. И второй момент. Именно планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов. Инна, а как вы считаете, проектируя рабочую программу, зная структуру рабочей программы по учебному предмету, на какие моменты стоит обратить внимание? Смотрите, коллеги, если схематично попытаться изобразить структуру рабочей программы, ее можно представить следующим образом. Планируемые результаты, содержание, цифровые ресурсы и форму текущего контроля э, журнала Московской электронной школы. Спасибо, Ина, за ваш комментарий. Коллеги, а мы предлагаем вам модель рабочей программы которая будет отличаться от традиционной модели. Планируемые результаты, содержание темы и дидактические единицы и тематическое планирование с возможностью использования электронных образовательных ресурсов. Наша модель устроена иначе. В основании лежат результаты предметные, метапредметные личностные. Три пронизывающих слоя, через которые мы смотрим на эти результаты. Это содержание темы и дидактические единицы. То есть, какие предметные, метапредметные, личностные на этом учебном материале формируются? Это должен понимать учитель. Какие ресурсы при планировании этих результатов мы можем использовать? Ресурсы трех типов. Социокультурные, материально-технические и цифровые. И такие возможности есть про цифровые, да и про социокультурные, да и про материально-технические у Московской электронной школы. Третий слой, через который мы смотрим на эти результаты, это каким способом проверить достижение ученика, то есть оценочные процедуры. И для этого тоже есть удобный сервис в электронном журнале, дневнике, который позволяет выбрать форму текущего контроля. И вот тогда, уважаемые коллеги, Наша рабочая программа будет рабочей. Вся эта конструкция встраивается, сейчас перелистываю, в определенную таблицу. Форма табличная, да, и я собираю ее тема учебного предмета, содержание темы, тематический каркас Московской электронной школы и дидактические единицы, содержание УМК, содержание примерной основной образовательной программы. Планируемые результаты, требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, предметные, метапредметные, личностные. Дальше. Социокультурные и материально-технические ресурсы. Далее. Цифровые ресурсы Московской электронной школы. Оценочные процедуры продумываю и формы текущего контроля. И в завершении определяюсь с количеством часов на изучение конкретной темы по содержанию. Светлана, обращаюсь к вам сейчас. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Вы как разработчик, да, вот, скажем так, рабочей программы по учебному предмету ⁇ Литературное чтение ⁇ Каким образом вот собиралась эта конструкция, которая встроилась в нашу модель? Да, конечно. Коллеги... Я вам представлю сейчас те шаги, которые вы можете сделать, когда будете создавать фрагмент своей рабочей программы, а потом это уже будет полноценная рабочая программа по учебному предмету ⁇ Литературное чтение ⁇ Но сначала, конечно, изучив все документы, вы обратите внимание сразу на основные моменты в стандарте и в рабочих программах, что литературное чтение ⁇ это основа всего процесса, обучение начальной школы. Здесь формируется читательская грамотность, которая является частью функциональной грамотности учащихся. Обратим внимание на те воспитательные аспекты, которые несут произведения и формирование вот этого литературного образа у младшего школьника. Дети приобщаются к богатой культуре литературы народов России, знакомятся с ценностями нравственными. Ну и, конечно же, нужно обязательно обратить внимание, что стандарты начального общего образования, в отличие от гососновного общего образования, не включают конкретные произведения. В примерной рабочей программе по литературному чтению вы найдете рекомендованный список выдающихся представителей отечественной литературы, а далее вы уже разрабатываете свою рабочую программу по литературному чтению. На чем делаем акцент? Сначала изучаем результаты. Вот те результаты, о которых говорили коллеги, какие особенности по литературному именно чтению. Обращу внимание, что метапредметные и личностные результаты в примерной рабочей программе представлены на уровень обучения, а вот уже предметные результаты по годам изучения предмета. Далее, когда вы будете обращать внимание на личностные результаты, вы увидите, что здесь выделены гражданско-патриотическое воспитание, духовно- нравственное, эстетическое, физическое воспитание, трудовое, экологическое и ценности научного познания. При изучении метапредметных результатов вы обратите внимание, что они разделены на три блока. Это познавательно-универсальные учебные действия, которые включают базовые логические, исследовательские и работа с информацией а также коммуникативные универсальные действия, включающие общение и совместную деятельность, и регулятивные – самоорганизацию и самоконтроль. Конечно же, основа предмета – это предметные результаты, которые прописаны в примерной рабочей программе. В чем особенность именно по литературному чтению? Группировка предметных умений здесь дана в определенной логической последовательности. Сначала прописываются те результаты, которые касаются аудирования, то есть умения, связанные с формированием навыка осознанного чтения, понимания прочитанного, качества чтения. Дальше чтение. Умения связаны с формированием осознанного навыка, то есть касаемо уже чтения вслух и про себя. Далее, анализ, интерпретация произведений, творческая деятельность. Сюда входят такие умения, как понимание специфики литературных произведений, умение различать и приводить примеры произведений разных жанров, характеризовать собственное отношение к героям, авторскую позицию, ну, то есть ту работу, которую мы обычно проводим с литературными произведениями. Интерпретировать содержание, подвержать ответ примерами из текста, применять при анализе интерпретации изученные литературные понятия. Следующий раздел «Культура», Устной и письменной речи. Здесь, как вы понимаете, умения связаны с коммуникативными умениями. Задавать вопросы, строить логические, диалогические высказывания, владеть разными видами пересказа, составление э, текстов с разных, разных типов речи, составлять разные планы, составлять устной и письменно краткий отзыв и многие-многие другие. Ну и следующий читательская библиографическая культура. Это умения, связанные с выбором книги, с развитием читательского интереса, с использованием разных источников информации. И э, вы видите фрагмент по теме произведения устного народного творчества для первого класса. То есть, изучив все материалы, соответственно, выписав к данной теме те результаты, предметные, метапредметные, личностные, которые связаны тесно с содержанием данной темы. И хочу сразу обратить внимание, что данная тема бьется с тематическим каркасом, представленным в МЭШ. Далее переходим к следующему блоку, очень важному, чтобы была цельная, полная картина. В ГОС начального общего образования предполагает включение в рабочие программы возможности использования электронных образовательных ресурсов. Как мы это видим, как это можно представить в рабочей программе? На экране вы видите данный блок из двух типов. На самом деле можно использовать три типа таких ресурсов. Это не только социокультурные ресурсы, ресурсы города, библиотеки, музеи и другие варианты превращения а, к социуму школьников, но и цифровые ресурсы МЭШ. И если вы будете составлять по окружающему мир технологии, то тут, конечно, на вашу программу будут работать материально-технические, связанные с лабораториями виртуальными, а, с какими-то исследованиями, технологическими операциями, выполнениями и так далее. То есть вы можете включить еще одну строчку. Каким способом мы проверяем? Это сквозной линии идет от результатов да, к формирующему итоговому оценимому. Форму вы также выбираете свои но можете учитывать разработки института. Вы можете на сайте института найти брошюру, которая касается форм оценивания и добавить в свою рабочую программу те, которые работают на оценивание на этот результат. Это может быть выразительное чтение в рамках темы устное народное творчество, диалог, естественно, на уровне первого класса, доклад, не обязательно большой, он будет минимальный, но это будет первая попытка устного выступления школьников, исследовательская работа, комбинированная и многие-многие другие, которые вы видите представлены на слайде. Таким образом, взяв одну тему, мы ее проработали сквозной линии пропустив содержание и результаты, добавив ресурсы и те оценочные процедуры, которые помогут отследить формирование данных результатов, которые мы включили. И так пошагово вы переходите к следующей теме для первого класса, ну а далее для второго и третьего. Таким образом, вы составляете рабочую программу по предмету литературное чтение на уровень обучения. А вот интересно, по русскому языку для первого класса вы знаете, что мы работаем в связке, да? особенно первый период, когда учим грамоте школьников, период обучения грамоте, и составляем вместе, да, как единое целое, чтение и русский. Инна, поделитесь, пожалуйста, опытом, как можно на примере русского языка нашу вот эту форму и наш подход использовать. Светлана, спасибо за такую возможность. Но давайте вначале я буквально несколько слов скажу об особенностях учебного предмета русский язык. Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе. Успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Предмет обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности школьников. Коллеги, когда передо мной встала задача разработки э, фрагмента рабочей программы по учебному предмету русский язык, вы знаете, я э, пришла, можно сказать, в полный восторг, потому что э, я поняла, что из э, составляющих конструктора, которые вы видите сейчас перед собой на слайде, можно э, создать инструмент, который действительно будет рабочим, рабочим инструментом в руках учителя. Но ну, давайте обо всем по порядку в основе всего лежат результаты. Предметные, метапредметные, личностные. Результаты определяют содержание темы, над которой мы будем работать. С результатами связан выбор социокультурных технологических ресурсов, а также цифровых ресурсов Московской электронной школы, например. Да? И для того, чтобы оценить результаты, мы должны выбрать определенные оценочные процедуры и формы контроля. Каким же образом все это будет реализовано во фрагменте рабочей программы? Давайте посмотрим. Итак, тема э, для фрагмента рабочей программы взята э, «Фонетика, графика, орфоэпия». Это ключевая тема для изучения в первом классе. Как уже э, неоднократно было сказано, в основании лежат результаты. Да? Через результаты мы смотрим на содержание. И в содержании мы рассматриваем следующие э, Темы и дидактические единицы: гласные и согласные звуки, слог, звук и буква, обозначение на письме, мягкости согласных звуков, буквами е, е и я и мягким знаком. Также начертание письменных, прописных и строчных букв, письмо букв, букв словосочетаний, слогов, предложений, с определением соблюдением гигиенических норм и русский алфавит. Содержание у нас направлено в первую очередь на сформированность результатов. Какие же это результаты? В предметных мы выделим характеризовать понятие, звук и буква, писать аккуратным разборчивым почерком, без искажения, прописные строчные буквы, соединение букв слова. В метапредметных мы их подразделяем, напоминаю, на познавательные, коммуникативные и Регулятивные. В познавательных мы выделим различать звуки, устанавливать последовательность звуков в, в слове. В коммуникативных находить и исправлять ошибки в написании букв, слогов, слов. И в регулятивных оценивать результаты самостоятельной работы. Личностные результаты. Познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность изучения русского языка. В русском языке можно выделить два типа ресурсов как я уже говорила, это социокультурные и цифровые. Но также, если вдруг вы будете использовать какое-то оборудование, можно сказать, что вам потребуется материально-техническая база. К социокультурным ресурсам я отнесла, предположим, такое занятие в рамках проекта ⁇ Учебный день в музее ⁇ Это занятие в музее Александра Сергеевича Пушкина. К цифровым ресурсам Московской электронной школы я отнесла сценарий урока значения алфавита в нашей жизни, но ну, а особое внимание нужно уделить на оценочные процедуры и формы контроля. Вы прекрасно знаете, что в первом классе обучение безотметочное, но те результаты, которые мы формируем, мы должны оценивать. И э, в данном случае на помощь нам приходит такой инструмент, как электронный журнал Московской электронной школы, э, где мы можем давать э, комментарии как для всего класса, всего урока, да, и прописывать эти самые формы контроля, и э, индивидуальные комментарии для э, каждого ученика. Это очень удобный сервис, я э, советую его взять на вооружение. Когда мы определились с вами с содержанием темы, с результатами, с ресурсами, с оценочными процедурами, мы можем приступить к тематическому планированию. И, коллеги, здесь важно учитывать, какое общее количество часов вы отведете на изучение предмета, ну, предположим, в первом классе. Вы прекрасно помните начало прошлого года, когда Многие не могли прикрепить поурочный план к группе. Это было связано с тем, что ошибочно было просчитано общее количество часов. Для того, чтобы таких ошибок не было, нужно очень внимательно отнестись к проектированию рабочей программы, просмотреть, просчитать все элементы конструктора, их соединить и тогда рабочая программа действительно станет реальным инструментом рабочим в руках учителя, и мы избежим формализма в нашей работе. Бронис, а вы как считаете, вот такая модель, она полезна для работы? Ваше мнение как эксперта? Мне кажется, что с содержательной точки зрения изменений то нет. Да, как были все базовые компоненты, содержание, планируемые результаты, тематические планирования, они остались, но они по-другому скомпонированы. И раньше ведь, если учитель, когда планировал урок, он тоже прописывал там цели, задачи, какие методы будут, результаты, это, ну, каждому приходило самостоятельно. Сейчас все это должно быть собрано в самой программе. Вот, это, то, то есть уже мы получаем некоторую заготовку, вот и ее можно модифицировать и так далее. Вот и тогда облегчается. С одной стороны облегчает работу педагога, потому что все собрано, надо подумать, как грамотно это использовать, адаптировать. Мне это очень нравится, формируется целостная картина. Вот как при таком планировании а раньше надо было вытаскивать да из разных кусков там, чтобы там собрать сценарий урока, ну и тому подобное. Поэтому мне кажется, это неплохая, это хорошая идея. Именно здесь главная единица является тема. Вот. И все строится вокруг темы, собираются все необходимые материалы, ресурсы, планируемые результаты по этой теме педагогу это хорошая помощь. Да? Ну, я уже говорил сегодня, что по большому секрету сегодня наши руководители говорили, что уже программы то разработана. Наша задача понять их структуру, как грамотно использовать, адаптировать все это, чтобы это помогало нам повышать качество образования и так далее. Поэтому это в помощь нашим учителям. Главное правильно понять. Передаю статью. Спасибо, Броня, за комментарий. Спасибо, Инна. Перехватываю эстафету. И предлагаю обратиться к фрагменту рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир». На что важно обратить внимание, что некоторые темы, а эти темы, безусловно, связаны с тематическим каркасом Московской электронной школы, социальная сфера жизни, Россия – наша Родина, природа – природные объекты, растения, животные, организмы человека, основы безопасной жизни, небесные тела и так далее, могут выстраиваться в свою заданную последовательность. И эту последовательность в изучении тем, безусловно, задаете вы, уважаемые коллеги вот это вот простраивание маршрута по изучению данной темы, чтобы рабочая программа была рабочей программой по этому предмету учебному. Здесь можно учитывать разные варианты. Некоторые темы, понятно, изучаются не всегда в одной параллели. Такие темы, как, например, природные сообщества, тема, которая называется... Природные зоны России. Что здесь можно предложить? Что можно продумать для того, чтобы рабочая программа была школьной программой не одного учителя, а предмета, чтобы каждый учитель мог этой рабочей программой воспользоваться, реализовать ее. Здесь можно поиграть с этими темами в прямом смысле, как в конструктор. И данные темы которые являются, скажем так, не столько сквозными, сколько сквозными в данной параллели, учитывать. Таким образом, вы поможете а, учителю другой параллели, своему коллеге, а, который, возможно, работает по другим учебникам, пользоваться одной единой учебной программой по учебному предмету ⁇ Окружающий мир ⁇ это то, что касается окружающего мира. Далее обратимся к фрагменту рабочей программы по учебному предмету математика. Новый ВГОС акцентирует нас на планируемые образовательные, на образовательные результаты. И вы сможете посмотреть видеоролики по разработке рабочих программ в условиях перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт. Вы почувствуете во время просмотра ту самую новизну, те самые новеллы, на которые стоит обратить внимание в планируемых результатах предметных, метапредметных, личностных, как они взаимодействуют с содержанием, и все это крутится вокруг темы изучения. По математике это такие функциональные, скажем так, навыки прежде всего, та самая функциональная грамотность, которая и характеризует обновленный федеральный государственный образовательный стандарт. Это и вопросы, связанные с решением практических задач, задач, связанных с повседневной жизнью. Это финансы, расходы, доходы, семейный бюджет и так далее. А в нашей конструкции, в нашей модели мы отражаем тему, и я сейчас демонстрирую фрагмент рабочей программы для первого класса по учебному предмету математика числа от 0 до 20. Содержание, которое я беру с учетом примерной основной образовательной стандарты, с учетом минимума содержания, которое заложено в обновленных образовательных стандартах требования к предметным содержаниям, к предметным результатам данного предмета. Далее, я работаю с конструктором результатов предметные, метапредметные, личностные. Подкрепляю свою конструкцию ресурсами социокультурными, материально-техническими и цифровыми ресурсами МЭШ. И вот здесь интрига столько фрагментов сейчас посмотрели и попрошу ответить вас. А вот в данной модели какой составляющей сейчас не хватает? Будьте добры, в чате напишите этот ответ. А мы продолжаем. Итак, о программе практической работы. Уважаемые коллеги, вам предстоит выполнить практическую работу. Это разработка фрагмента рабочей программы по учебному предмету на примере одной темы первого класса. Самостоятельно в группе выбираете тему разрабатываете фрагмент рабочей программы по учебному предмету. Здесь продумываете, осуществляете отбор содержания в соответствии с планируемыми результатами, проектируете виды деятельности, особенно это будет подчеркивать личностные результаты по направлениям программы воспитания и осуществляете отбор цифровых ресурсов, направленных на достижение планируемых результатов. В рамках практической работы вам будет необходимо разработать, еще раз проговорю, лишь фрагмент рабочей программы для первого класса. Практическая работа выполняется в форме, которая называется шаблон рабочей программы. Есть инструкция для выполнения практической работы. Вы можете все это найти в материалах курса или обратиться за помощью к, своей, к своему классному руководителю, к куратору группы. Обращаю ваше внимание на критерии. Для оценки фрагментов рабочих программ учебного предмета здесь обращаем внимание на пункт первый для начальной школы, третий, четвертый и пятый соответствие содержания темы требованиям в ГОС к образовательным результатам, наличие аргументированной позиции при определении метапредметных результатов, обоснование выбора личностных результатов, наличие описания оценочных процедур. Критерии оценивания по каждому показателю в требованиях представлены от 0 до 2. Что касается пункта 2: наличие аргументированной позиции по распределению результатов по трем типам качества образовательных результатов это для пятых классов, проект для начальной школы, по разработке качества другого качества результатов внутри предметных результатов, репродуктивно-продуно рефлексивной в перспективе в своем развитии. Итак, уважаемые коллеги, попрошу вас снова поучаствовать в вопросе, считаете ли вы, что рабочая программа может стать рабочим инструментом. Считайте, пожалуйста, для этого QR-код или пройдите по ссылке, направленной в чат. Напомню вам, что вопрос анонимный. Нам важно ваше искреннее, честное мнение. А мы ждем результаты опроса. Mm-hmm. Чуть-чуть прокомментирую, пока форма подгружается с технической стороны. Итак, напомню вопрос. Считаете ли вы, что рабочая программа может стать рабочим инструментом, к которому важно обращаться систематически? Вот здесь, наверное, ключевые слова, да, а рабочий инструмент и обращаться систематически. Выбор ответов ⁇ да, нет, скорее да, чем нет, скорее нет, чем да. Техническая сторона подсказывает о том, что подгрузка началась. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, возможно, сервис перегружен. Ничего страшного, коллеги. А давайте а, обратим... А, вот, отлично. Вот только что... А, сорвалась опять демонстрация результатов. А будьте добры, если не сложно, в чате на этот вопрос. Да, нет, скорее да, чем нет, скорее нет, чем да. Считается ли рабочая программа? Считаете ли вы, что рабочая программа может стать рабочим инструментом? В чате ответ на вопрос на голосовалку номер два. Можно в чате. Я просто напомню, что нам очень важно ваше мнение. Хорошо. И это хорошо, что мы вот сейчас все собрались без презентаций, без диаграмм. И у нас есть время, уважаемые коллеги, обратиться к чату. Ваши вопросы. С удовольствием на них ответим. Постараемся. Светлана. Елена, вопросов достаточно. Они все по ходу были, то есть такие живые. Видно, что коллеги заинтересованы в создании хорошего качественного продукта, рабочего инструмента. Один из первых под, так, сейчас минуточку. Угу. Подскажите, пожалуйста, где можно познакомиться с самим документом в Гос нового стандарта. Коллеги, есть а, официальные государственные источники, да, это и сай, сайт Министерства Презвещения, прежде всего нормативная документация, есть а, а, правовые информационные источники, такие как Гарант, пожалуйста, есть источник, который называется в, в госреестр.ру, тоже можно скачать примерные основные образовательные программы и таким образом поработать а, с текстом документа. Если мы говорим о нормативном документе федерального назначения а, федеральный государственный образовательный стандарт и примерной основной образовательной программой на уровень начального общего образования госреестр. Елена, много вопросов. Прямо они дублируются по эффективной начальной школе и по созданию программ на три года. Будет ли разрабатываться рабочая программа на уровень трехлетнего образования на нашем учебном курсе? по программе «Эффективная начальная школа». Другой слушатель, подскажите, рабочая программа по проекту «Эффективная началка» делается автономно или в группе? Но ну, вот подобных вопросов много по данному проекту. Хороший вопрос. Эффективная начальная школа – проект городской значимости. И понятно, что реализация основной образовательной программы за уровень 1.3 и разработка и проектирование рабочей программы по учебным предметам начальной школы предстоит. Поэтому вот здесь я в работе курса, в работе рабочих групп не вижу этих границ. Вы работаете коллегиально, вы выбираете тему которая тесно связана с тематическим каркасом, прежде всего электронной библиотеки Мэш, но вы сейчас опираетесь лишь на результаты первого класса, а он есть и по программе эффективной начальной школы 1.3, и по программе 1.4. Еще один вопрос, Елена. Как этот подход коррелируется с содержанием учебников? Видно, когда про литературное чтение говорилось, добавление к вопросу, там же фиксированный набор произведений. Я, пожалуй, начну отвечать на этот вопрос, а, Светлана, но эстафету передам вам, это точно. Так как вы являетесь одним из основных, скажем так, одним из основных разработчиков тематического каркаса по начальной школе, каким образом по литературному чтению? Мы должны с вами понимать, что есть перечень тем, и эти темы у нас по литературному чтению. И эти темы по содержанию охватывают абсолютно все содержание на уровне образования. Уважаемые коллеги, вот учебно-методические комплекты, учебники это условия реализации этой образовательной деятельности. Это свой инструмент, который подчеркнет, скажем так, эту индивидуальность и направленность, и, скорее всего, последовательность в изучении тем содержания учебного предмета. И только лишь... Да, подхвачу. То есть, коллеги, вы можете в содержании отразить вот эти особенности учебно-методического комплекта, потому что оно все бьется с тем, что прописано в примерных программах, то, что разрабатывали мы как методисты, и то, что вы будете разрабатывать сами для себя. То есть, естественно, вы будете вносить вот эту вот индивидуальность в свои рабочие программы с учетом, возможно, УМК, в содержании отразите уже под это и результаты, и все остальные ресурсы. Кстати, Елена, по поводу ресурсов есть такой вопрос, можно ли вот в образце был представлен один, то есть какое количество цифровых ресурсов необходимо. То есть учителя у нас привыкли видно к тому, что мы обозначаем границы. Нужны ли вот эти границы здесь, в отношении цифровых ресурсов? Спасибо за вопрос. Уважаемые коллеги, здесь возможно вариативность, безусловно, и я бы все-таки обратила ваше, ваше внимание на то, что рабочая программа по учебному предмету входит в состав основной образовательной программы на уровень образования начального общего образования, и она разрабатывается коллегиально для всей школы. И вот здесь, вот вам внутри своей образовательной организации, внутри предметной кафедры, на методических объединениях придется это обсуждать самостоятельно и утверждать, какое количество... Либо это ресурсы как вариант будут привязаны к урокам об общении, либо эти ресурсы будут подчеркивать этап завершения изучения темы. То есть это все должно обсуждаться коллегами, вами внутри вашей образовательной школы с учетом специфики, направленности, содержания. Елена, и как раз вот то, о чем вы говорили, у нас спрашивает Евгения. Если учитель одной школы будет выстраивать темы сам, то они будут сильно отличаться от планирования другой школы? Я ошибаюсь? То есть насколько будут отличаться эти планирования в школах? Школы разные. Образовательные организации индивидуальны. Да? Но у нас есть определенные требования федерального государственного образовательного стандарта, требования к планируемым результатам, в которых заложен минимум содержания. Вот это нужно учитывать. У нас есть примерные основные образовательные программы с учетом примерных образовательных программ. У вас своя образовательная программа на уровень образования. Вы ее самостоятельно разрабатываете, реализуете, и это гарантия, гарантия того, от чего и к чему придут обучающиеся. Разница, разница может быть, конечно, разница может быть и в подходах к содержании. Объединять будет тема безусловно, потому что а, темы а, содержание учебного предмета по начальной школе в связке, которая обеспечивает тематический каркас Московской электронной школы. Вот это все школы города Москвы будет объединять. Различаться, безусловно, индивидуальная программа каждой школы, образовательной организации, планируемые результаты, социальные ресурсы, материально-технические ресурсы. Что еще может объединить, на мой взгляд, это Московская электронная школа, это цифровые ресурсы. Причем, вы знаете, когда обращаетесь к системным шаблонам поурочного планирования, подкрепление в сопровождении каждой темы, каждого урока да, подкрепляются электронные образовательные учебные материалы Московской электронной школы. Это объединяет. Спасибо. И вот много здесь сообщений от авторов разных по поводу оценочных процедур. Проанализировав их, я сначала думала, что не хватает в целом оценочных процедур, но это вы можете сами да, рассматривать, когда составляете программу. Но я так поняла, что не хватило оценочных процедур в последнем фрагменте представленном. Я думаю, что здесь коллеги могут сами дополнить. Мы Светлана. показали как фрагмент, Светлана, как вариант. Это как раз та моя интрига. Это спасибо, коллеги, за вашу Заметили. активность. Заметили. Заметили, да. Да, отлично. Как раз не хватает именно оценочных процедур и форм текущего контроля. И последний, заключительный, я думаю, вопрос. Скажите, пожалуйста, на основе какой программы составлять рабочие программы по курсам по, по выбору? Относится ли это к курсовой подготовке? Будут ли на курсах этим заниматься? Но я думаю, что можно просто ориентировать, да, на документы, где почитать, посмотреть коллегам. Здесь лишь можно оставить комментарий о том, что учебные курсы – это разговор отдельный. И сегодня мы говорим о проектировании рабочей программы по учебному предмету. Это для, этот вопрос для другой встречи, уважаемые коллеги. Спасибо за вопрос. Бронис Броневич. Микрофон. И так как мы завершаем уже, да, я хочу, на что обратить внимание, предметные результаты очень важны, но не забываем про личности предметно. Я часто вспоминаю слова нашего известного специалиста Смолова Александра Григорьевича, он говорит о двух культурах в учебном процессе, культуре полезности и культуре достоинства. Вот, когда мы обсуждаем в ГОСе, мы обсуждаем предметные, нередко мы делаем акцент на культуре полезности. В начальной школе очень важно, наверное, как бы рельсы закладывать больше на культуру достоинства, лично ориентированной и так далее. Поэтому э, мне хотелось бы, что наряду и с культурой полезности мы искали разумный компромисс и путь к культуре достоинства. Ну и всем хорошего отпуска, хорошего лета. Спасибо, Броня, Светлана. Коллеги, появилась наконец-то форма опроса у нас около 2000 вы не представляете, поэтому система немножко подвисала. но если сравнить с началом голосования сейчас вы видите, да, что увеличилось количество тех, кто считает да рабочая программа это рабочий инструмент, к которому учитель обращается постоянно и будем разрабатывать, будем работать над этим. Спасибо. Ну все, тогда прощаемся и до новых встреч. 18. Спасибо, уважаемые 18. коллеги, за встречу. Спасибо. Удачи в практической работе. До новых встреч. До свидания. До, свидания. до новых встреч.